Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и игрушка под названием что-то там Торг или что-то как-то так. Короче, в игре сразу в начале делается предупреждение о том, что здесь есть мелькающий свет, какой-то смешной что-то там, страшные монстры. Игра даже предлагает убавить количество этой херни, но мы, естественно, делать этого не будем. И судя по этому, я делаю вывод, что это какой-то хоррор, возможно, а возможно нет. Puppy Games, хорошо. Добро пожаловать ту Basingstoke. Окей, Basingstoke, допустим. Я не знаю, что это, но это игра такая. Так, графика, херафика, зачем сюда зашел? Чтобы посмотреть, что у меня здесь все нормально. Да, ладно, окей, контроллер, кейборд, хер с ним. Плей, без проблем. Здесь я могу рандомизировать, да мне насрать вообще. Continue. Тентакли делают какой-то звук, который помогает. Короче, не знаю, про что эта игра. В Steam я ее купил пару-тройку дней назад и, соответственно, уже вылетел из головы, про что она. Но если я ее купил, значит, она чем-то мне понравилась, значит, она чем-то меня зацепила. Значит, что-то в ней такое есть. А что именно в ней такое есть, мы с тобой сейчас вместе, соответственно, узнаем. Добро пожаловать, Omnicorp, окей. Джоп интервью. Пожалуйста, возьмите пропуск этого. Заебись. А есть русский язык в игре? Вот было бы прям замечательно мне. Гейм. Нет. Графика. Фуллскрин. Нет. Аудио. Мастер воль. Кейборд. Окей, нет русского языка. Похеру. Без русского играем. Без русского. Возьми-ка лифт на третий этаж. Без проблем. А, это игра про стрельбу, это что-то типа Alien Shooter, по-моему, как-то так, точно. Это очень веселая, хорошая игра, судя по всему. Так, не беспокойся, где сраный лифт-то? Ага, вот лифты туда, окей, лифты, допустим. Да-да-да, это очень хорошо на самом деле. Очень далеко до лифта, хочу тебе сказать, очень далеко, допустим. Я еду. Сейчас случится что-то страшное, да? Если ты знаешь, такой Alien Shooter, значит, ты красавчик. Потому что, а если не знаешь, то тебе надо поиграть. По-моему, это про это совершенно. Alien Shooter — это очень мясное, очень веселое. Бляха. Alien Shooter — это очень веселое, очень мясное, очень жесткое, вот такое изометрическое месиво. Впечатляет, не так ли? Я не понимаю, что это, но орёт громко, да. Лабораторки. Опа, это музыка из другой игры, по-моему. В смысле? Вирус какой-то во мне замечен? Серьезно? Какой вирус-то? Че, бляха, происходит? Происходит какая-то жесть. Кто-то стреляет, это SCP. Бляха-муха. В туалете посижу пока. Как он выжил, я не понимаю. Я же стоял рядом со взрывом прям. Кто-то идет. Или это был не шаг? Иди, твою мать, вот это хорошо сейчас. И чё? Тут, короче, все трубцами. Нам туда, судя по всему. Окей, по стрелкам пойдем, без проблем. Слишком темно, хорошо. А есть фонарь? Мне нужно фонарь подобрать, окей, я понял. О, энциклопедия и карта пропуска, хорошо. Ой, что-то подгорело, по-моему, нет мне? А где взять фонарь-то? Чувак, ты живой? Бля, он живой, я тебе серьезно говорю. Живой, нет, окей. Блин, а как же слишком темно-то? Мне нужен фонарь, у меня его нет. Здесь свет включается? А, отлично. Так, нажми спейс, чтобы включить, окей. Ага, классно, окей, теперь все понятно. Теперь все стало ясно, теперь все хорошо. Но правда очень темно. Правда очень темно, все равно ни хрена не видно. Помогите! Пойдем, 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 чувак. Мы должны эвакуироваться. А, это Замбацкий.
О, валим, 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 валим. Это зомбаряска. Все, окей, это зомби. Логично, понятно, что это все трясется, я ничего не понимаю. Бля, там кто-то есть. Помогите. Алло, помогите. Помогите. Tap for earphone. Окей, что это значит? Мы... Что здесь происходит? Здесь можно пожрать? Пикап-сэндвич. Как подобрать? Так, это стрелять, судя по всему. А как подбирать? Секунду. А, я подобрал. Окей, на левую кнопку мышки. Как есть теперь? Подожди, давай посмотрим опции. Я не понял, как есть. Так, кейборд. Вверх, вниз. Сник, shift, крафт на Q. Перезарядить. Виапон. Ебать. Сложно, сложно, ладно. Ага, сэндвич на Е я могу применять, хорошо. Ну, допустим. Он сейчас встанет? Короче, нам надо валить, потому что за нами кто-то бежит, это пизда руля. Надо спастись сначала с лаборатории, а потом уже все остальное. Так, назад, 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 назад. Сюда, 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 спокойно. А где же месиво-то? Я подумал, что это алиен-шутер. Спокойно, я бегу, 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 бегу. Мне на этих похер вообще совершенно. Я пришел сюда, я какой-то непонятный вообще экспериментатор был или кто там. Они тут что-то испытывали, что-то натворили, что-то взорвало, что-то пиздануло, естественно. А, я подобрал уже, окей. Оно автоматом подбирается, я понял. Бляха, у меня в глазах вот такое месиво происходит, я нихера не понимаю. Как-то все очень странно взрывается. Разблокировать, окей. Хорошо. Ты подумаешь, ебать. У меня еще и сэндвич есть в руках, я могу им кидаться. Могу, не могу? Могу, судя по всему. Добро пожаловать в Басингсток! О! Другое дело. Это была просто впечатляющая эффектная заставка, в которой нам показали, что все будет трястись, что все будет ебсись, что все будет просто очень жестко, и глаза твои под конец этого видео примерно вытекут, наверное, а может быть и нет. Мои уже, я не понимаю, просто все очень сильно трясется. Назначение «Красный лев». Найди ключ и получи пап. Получи... Что такое пап? Я не знаю, что такое пап. Ну окей, экзит. Так, маленько деньжат. Он просто сам подбирает, окей, я понял. А есть какая-то карта здесь? М? Нет. Ты давай не подгорай тут, слышишь? Что такое? А, я спрятался. Ёб ты мать. Спрятался, серьезно? Тихо, зомбарики. Так, я на шифте, хорош. Фрукты. На шифте без фонаря. Какой у них радиус обзора? Непонятно, я ни хрена не вижу, ничего не понимаю. Я думаю, что ключ должен быть где-то здесь. Металлическая пипка. Лента. Так, нечего крафтить, хорошо, я Q уже нажимал. Q, думаю, что-нибудь скрафчу уже себе. Охереть, это и выживалка. Это survival. Тихо. Дирекция Сиган. Окей. Во, блядь, красный леон, пап. Ключ, хорошо, спокойно. Так, спрятаться могу? Могу. А, зомби тупые, я ничего не понимаю. У меня появился ключ, хорошо, теперь куда идти? Нечего крафтить, в смысле нечего, у меня есть изолента, у меня есть труба, я могу пиздить кого угодно. Бляха, я не понимаю, кто из них настоящий, а кто нет. Но за мной, судя по всему, кто-то уже бежит. Куда мне возвращаться, где моя цель? Так, я кого-то убил только что? Каким образом? Ебать страшно. Так, Е. А второй какое оружие? Так, это не то. 4, 5. Я должен был нажимать, не знаю пока. Блин, здесь реально какая-то карта, нет? Опции, клавиатура.
Так, это крафтить, это прятаться, это использовать, это двигаться. А, карта на тап, все окей, карта на тап, допустим. Ага, ой, как хорошо. Так, значит, нам сюда на выход, что ли? Сюда, тут туалет. А, ну пойдем назад, окей. Так, возьму вот эту херню. А, так я могу ими кидаться, блять, я думал, их жрать надо. Я усыпил зомбаря водой. Хорош. Карта загружена, красиво. Бляха, 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 бляха. Так, спокойно, сейчас меня зажмут. Это будет жопа, если меня зажмут. Блять, сейчас зажмут, зажмут, зажмут. Спокойно. Так, ты здесь. Мне вот туда куда-то нужно. В здание, нужно в здание. Все, вижу, 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 вижу. За красный лев, хорошо, спокойно. А, блядь, подгораю, тихо. Хорош. Хорош. Красный лев. Уровень один. Очень меленько здесь все. Очень как-то меленько. Надо покрупнее. Я ничего не вижу. Красный лев. Твой инвентарь добавлен. Что-то, короче, добавили в мой инвентарь. Ага. Тебе нужно положить... А, нужно выбрать, что с собой взять. Хорошо. Ебать, как громко. Использую вот это, наверное, возьму. Вот это, шестеренку и, наверное, сэндвич. Окей. Все, что я собрал, добавляется в общий инвентарь, который я могу использовать перед началом уровня. Судя по всему, берешь, кидаешь себе в инвентарь что-то и с этим пытаешься выживать. Но пока что не сложно. Пока что зомби тупенькие, слабенькие, медленные, ни о чемные, короче говоря, если разобраться. Назначение — полицейская станция. Получи код. Нам нужен код. Хорошо. Они идут сюда? Нет. Так, я здесь. Карт, все хорошо. Карту я вижу, это замечательно. Я собираю деньги, значит, где-то я могу их потратить. Пока что непонятно где, но где-то знаю куда, наверное, куда-нибудь в дартс. Ой, дротики, хорошо, я могу дротить. Дротить могу, замечательно. Дротиком я могу кидаться. Бля, кто-то пришел, нет. Ой, кий, все, хорошо. На, сука, вот это уже получше. Вот это хорошо, но, скорее всего, у него есть прочность, потому что на нем нарисовано... А за мной не видно, на нем нарисован какой-то бьющийся стакан. То есть, скорее всего, у него есть какая-то прочность определенная. И это уже херовенько. Блин, ну с картой прям хорошо здесь, конечно. С картой сразу. Еще бы добавить куда-нибудь как в Диабло ее, чтобы она была прозрачной и было видно, я бы вообще был счастлив и рад. Мне пока что нравится эта игра. Здорово. На, сука. Будешь, падла, знать. А, он уснул. Бляха, они не навсегда умирают, серьезно? А вот это уже не очень хорошо. Ну ладно, я пока бегаю с фонарем, мне они пока не страшны. Так, куриный таймер. Твой куриный таймер. Может быть брошен. А, он типа привлекает врагов. Все, да это мне не надо. Привлекает врагов, я понял. Это типа приманки. Чтобы они все собрались в одной точке, а потом я в это время что-нибудь обследовал. Так, П. Стоянка. Тупик. Хорошо. А я должен просто обыскивать всех зомбарей в надежде на то, что я случайно тыкну туда, куда мне нужно? Или на карте будет нарисовано то, что мне нужно? Мне нужен код доступа, я помню это. Я сейчас быстренько побегаю, попробую открыть карту. Это что? Опа, гвозди. Хорошо, я подобрал еще гвозди. Судя по всему, могу что-то скрафтить. Могу! Я могу дротики крафтить, серьезно? Скрафтил дротиков себе, хорош. Так, еще раз, секунду. Вниз, ты здесь, стоянка, стоянка. Но мне реально не помечают, где мне можно подобрать что-то. Поэтому я думаю, нужно искать самому. Окей. Так, это проход. Окей. Ну, где-то рядом, наверное, с входом должно это все валяться. Так, попить. Я могу что-то купить. Не нужно мне. Мне не нужно, мне пока ничего не нужно, я пока ничего не трачу. Гвозди. Еще раз открываем карту, это не то. Да блях, отстань. Карту надо. Так, здесь деньги, это какие-то работы. Ни хрена не помечается, прикинь. Самому нужно, по ходу дела, реально искать. Так же, как я в тот раз специально, в тот раз говорю специально, в прошлый раз случайно нашел ход на каком-то чуваке для выхода из двери. Так же и в этот раз нужно случайно туда тыкнуться. Но если мне нужно в полицейский участок, скорее всего, где-то рядом с полицейским участком он должен валяться. Уйди. Бля, что ты делаешь-то? А, ты трубой дерешься? Ладно, окей. Мне нужен кий, как бы. Алло. Я кием же дрался-то. Сколько можно-то? Пошел нахуй. Хорош. Ой, тут надо продираться прям сквозь толпу. Спокойно. Так, ты здесь кругом эти. Мне нужно куда-то сюда. У меня 17 евро есть.
Я, блядь, богатый. На самом деле будет классно, если они сделают реально то, что нужно. Опа. Если они сделают то, что нужно, рядом с тем, что нужно. Так, лазерная указка, хорошо. Опа. В смысле, как-то было помечено сейчас? Ёб твою мать. А как я должен был догадаться? Так, пожрать. Давайте, наверное, просто... Да не нужно мне, я мимо проходил. Вот здесь, я думаю, пройдем здесь поспокойнее, наверное, будет. Ну, не шуми. А, я все понял. Короче, фонарь привлекает врагов. Вокруг меня есть кружочек, который палит меня настолько, насколько меня видно. То есть по камням я бегаю, и начинается шум идти. Если я потихо буду идти, меня никто не заметит. Все, участок полиции, хорошо, смотри. Смотри, зомбарь, я иду. Охереть тут народу, серьезно? Да. Блядь, да это снизу, знаете, ни хрена себе, это прикольная игра на самом деле. Я почему-то думал, что это алиен-шутер, но я просто по внешнему виду увидел. А это, оказывается, ни хрена не алиен-шутер, это, оказывается, стелс, выживалка. Бля, надо использовать уточку, судя по всему. Окей. Ты куда побежал, дурак, что ли? Чё они к утке-то не идут? Всё, нормально. Вход где? Ебать его нахер! Ты понял? Ебать, червячина вылезла! Фу, уровень 2 достижения. Красиво. Красиво, серьезно, хорошо. Игра мне нравится. Игра меня полностью устраивает. Мне нравится. Твой инвентарь опять пополнен всем тем, что ты принес с собой. Фотик у меня есть какой-то. Так, я возьму с собой, естественно, кий. Возьму с собой... Так, дратировать я могу без этого, без лишнего всего. Это все восстанавливает мне, скорее всего, здоровье, поэтому это я брать не буду. Возьму лазерную каску, не знаю зачем. Пустую камеру тоже брать не буду. Возьму ленту. Нет, не буду брать. Звезду. Ладно, я возьму, короче, только с собой кий, и все будет нормально. Мне больше ничего не нужно. Кием я буду разбивать лица, а все остальное я подберу уже по ходу дела. Блин, мне нравится, мне прикалывает. Вообще, на самом деле, приколюха. Ты бегаешь, и у тебя кругом зомбари. У тебя есть... Ну, блядь, поближе бы, конечно, приветовать. Поближе бы приблизить, было бы вообще замечательно. Так я ни хрена не вижу, на самом деле. Очень меленько здесь все. Так, возьму кий. Зомбарей, судя по всему, нет. А какой у меня цель-то? Какая цель у меня? Цель. Блин, а цели никакой не поставили мне, серьезно? Энциклопедия. Открыть карту. Не, реально цель никакой не заставляешь. Это как-то странно. Пошел нахер. Блять, я подбираю патроны. Ну, скорее всего, скоро один шутер начнется, потому что уже патроны пошли. Сейчас я найду где-нибудь пистолет. Денежки вот кто-то в ящиках хранит. Не надо в раздевалке деньги хранить, могут спиздить. Ой, как много зомбарей, нихера себе. Они за дверью. Бляха. Ой, кита ломается. Блять, они реально, короче говоря, это... Найди. А, так это чувак живой, что ли? Бля, найди ключ от клетки, окей. Блин, я сломал кита себе, охереть. И чё я буду без него делать? Ебать! А где мое здоровье? Ага. Попробовать снова, хорошо. Блин, палка сломалась. Ладно, возьму палку, возьму трубу тогда. Пока больше брать ничего не буду. Труба-то, по-моему, тоже машется. У меня же есть дротики, я могу дротировать ими. Тогда, получается, я сейчас сюда не пойду, где нужен ключ. Потому что я там сломал себе кий. Надо что-то такое, что не ломается. А тратить патроны и дротики на эту херню что-то не особо хочу, если честно. А, в метро попасть, все, понял. Я вначале что-то не увидел или не показали. Шутган, серьезно? А я подобрал шутган? Нет, только... По... Или что такое? А, это гвай... А, это шутган. Использует... Все, понятно, он использует батарейки. Ясно, хорошо, батарейки у меня нет. Пока что с целым кием побегаю. Ой, холдинг СЛК. Блять, рандомно все, понимаешь? Все рандомно. Хорошо, все рандомно. Пойдем попытаемся освободить чувака. Я, правда, не знаю, зачем.
Сэндвич. Блять, может быть, задротировать их? Или гвоздями херануть? Он тут один вообще. А в смысле, а что ты не кидаешь-то? Ты кинул? Не, он не кидает, серьезно. Давай драчки. О, блядь, серьезно. А как так-то? Блять, как много его... А, так я все подобрал назад. Ай, как хорошо. Замечательно-то как. Дротики-то не тратятся, получается. Использовал ключ. Сохранить игру? Ты нашел какой-то... Сохраняет игру в текущей локации. Когда ты прячешься, ты получаешь один респаун. Ты можешь только беспокоиться. Что? Нашел секрет. А, ну окей. Судя по всему, когда я спрячусь, я смогу сохраниться в игре. Без проблем. Вообще мне нравится. Это хорошо. Закрыто почему-то. Почему? Ой, блядь, что это такое? Че за говно? Бля, усыпил. Что это за херня? Кто ее взял? Мне дротики нужны. Бля, он опять бежит, что ли? Ты, сука, ты дурак. Я тебе говорю, дротики мне нужны, блядь. Короче, пошел в жопу. Ну нет, с дротиками тут, конечно, вообще не вариант, бля. Я валю, валю, валю. Все, 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 спокойно, 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 спокойно. Ебать, народу как много! Твою же ж мать, вы чё? Етит, твою ж, блядь, надо куда-то прятаться. Прятаться надо, прятаться надо, прятаться надо. Прятаться! Ееее, блядь, опять это ручище! Твою мать, нет, отдай меня, отцепи! Охереть, дротировать, короче, вообще не вариант, хорошо. И ладно, хорошо. Мне нужен пистолет, судя по всему. Потому что дротики, ну а что ты хотел? Вот серьезно, что ты хотел? Ну что такое дротик? Ну дротик, ну кинул ты дротик, блядь, и чё? Это же не дробовик, в конце концов. Мне нужно, наверное, потщательнее исследовать полицейский участок. А у меня осталась книжка-то эта, нет? Что-то я вот этого не пойму, ладненько. Станган! А, станган, а не шутган. А чё я, блядь, читаю? Станган. Станган, который тормозит. Все понятно. Кофеёк, зомбиёк. Нахуй пошел. Блядь, зачем я... Они же не уходят из этих, как его? Они же не выходят из дверей. Из дверей они не выходят, поэтому можно особо не паниковать. Так, у тебя тут что-то есть, да? Выходи. Сука, заебешь. Кебаб, окей. Ну, кебаб, кебаб мне не особо нужен. Что-то полицейский участок какой-то маленький прям. А здесь мне реально надо найти ключ от секретика. Пошел нахуй. Все, я сломал кей, опять пиздоруля. Лазер пен, еще один. Зачем он мне нужен? Бля, хочу я буду с этой херней-то ходить. Ну хотя сломанная палка, она вроде как не ломается. На ней не нарисовано, что она ломается. Как его сюда забраться? Здесь-то я уже на выход иду, а ключа я так и не нашел. Ну-ка, секунду. Не особо его палкой-то сломанной убьешь, судя по всему. Ладно, хрен с ним. Короче, у них есть период, по которому они бьют. Давайте-ка без фонаря, наверное, на картах, хотя так ничего не видно. Чили-соус. Так, два рецепта доступно. Мне нужно куда-то вперед. Какие рецепты мне доступны? Экстра-хот кебаб и спайкет кебаб. Это мне неинтересно. Да ладно, давайте так. Давайте пытаться бегать, потому что по-другому мы ничего не сможем сделать. Надо куда-то спрятаться. Вот, например, сюда. Они, я тебе говорю, они, походу, не заходят в здание. То есть они либо в здании есть, либо нет. Просто, блядь, спокойно, сейчас зажмут. Что по коробкам здесь? Лента. Вот тут много народу очень сильно прям. Соус чили.
Бутылка воды. Огнетушитель, хорошо. С помощью нее я могу потушить пару зомбийских пердаков, судя по всему. Окей, гвозди. Блядь, их зажмут. Тихо, пацаны, давай-давай сюда, все сюда. Хорошо. Так, здесь тупичок, нахуй нельзя сюда. Нет! Хуй-то там. Сука, чуть не сожрали, ты посмотри. Но я залутал склад, но ничего полезного я не нашел. Это вообще херово. Я нашел трубу, спокойно. Трубу нашел. С помощью трубы можно драться, как много у меня предметов. Металлическая пипка. Блять, все, говно. Говно. Выходим. Блять, туалет, все, пизда рулям. А они сюда не зайдут. А я тоже теперь не выйду отсюда. Охереть. Что я могу сделать? Кофе. Мне это неинтересно все. Сука. Нужно топать на выход, но я не смогу выйти. Смогу! Хорош! Красиво! Вырвался молодчик. Тихо, аккуратненько. Нужно куда-то спрятаться. Бля, солдаты! Хорош! Куда я иду? Солдаты, это вообще не тема. Опасность, смерть написано. Почему? Что-то ни с того ни с сего на улице смерть ходит. Это нехорошо. Это очень печальная и страшная улица. Здесь смерть на улице. А почему здесь никого нет? Ёб твою мать. Блять. Вот это хорошо жахает. Так, тут тупик, я понял. Тупик. Ну мне либо вот сюда вот. А, вон мне куда, значит мне вот сюда вот, окей, понял. Тут что-то жухает прям. Сладно так. Там есть что-то купить, но я туда не пойду. Здесь дорога вообще свободная, походу, дела нет никого. Хотя здесь написано про смерть, но здесь никого нет. Да-да-да, здорово, чувак. Блять, мне нужно где-то отсидеться. Нужно куда-то присесть, по бырику спрятаться. Блять, сколько народу. А у меня ведь заданий нет никакого. У меня задание просто добраться до метро. Возможно, что если я просто куда-то пойду, я доберусь до метро. Сука, тут... это что такое? Это можно активировать? Да, можно переключить и активировать. Ай, лазерная сигнализация. Все хорошо. Отключаю. Find the laser control code. Ты чё? Бля, мне реально нужно здесь проходить, да? И где я его, интересно, найду? У тебя? Нет, у тебя перцовый баллончик. А где тут можно найти код? Ни хрена себе, я откуда знаю, где он должен быть? У тебя? Ха! А, это дверь. Смотрите, какая, блядь, дверь. Нет, это... А какая дверь-то? А, вот он. Код доступа в сейф? В какой сейф? Здесь у меня кодов доступа больше, блядь, чем мест, куда их можно ввести. Хуй там, а где сейф-то? Тут и видит какой-то сейф. Я вижу только сигналочку. Сигналочку, которую можно активировать, которая, скорее всего, к себе кого-то приведет. Блин, а если я просто пробегу вперед? Там же как бы тупик. Там нет, мы там делать нечего, алло. Там тупик. Там просто какой-то секрет очередной, который мне не сдался сейчас. Так, мы идем вниз. Блять. Лазер-контроль-код! Естественно! Хорошо. А почему здесь? Твою мать, как так получилось? Окей, доступ получен. В смысле?! Лазер очень долго отключается, что ли? Код к сейфу, хорошо. Пизда руля. Открылся сейф. Нашел сканер. А можно как-то это отключу, нет? Ебать народу! А-а-а, нет! 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 Сука! Падды зажрали! Зажрали, твари! Бляха! Очень интересная игра, на самом деле. Классная игра.
Это ведь что, блядь, вечерние новости? Повтор вечерних новостях хорош. Вот так вот он покинул этот мир, блядь. Вот так вот все странно, странно было. Можно сохранять видео свое, вот это вот последнее. Давайте, собственно, на этом закончим. Очень веселая игра, на самом деле. Мне понравилось. Мне понравилось, да, я хочу выйти. Welcome to Basingstoke. Ссылка на плейлист в описании под видео, остальные два гляшками под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если отречь. Круче, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.